С 1 июля жители Рязанской области могут онлайн оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозят людей с инвалидностью. Об этом сообщает Пенсионный фонд России. Уточняется, что для подачи заявления необходимо в личном кабинете на портале госуслуг указать номер, марку и модель транспортного средства, на котором планируется поездка. Кроме этого, заявление можно подать в личном кабинете инвалида на сайте Федерального реестра инвалидов или в МФЦ. Есть так называемый федеральная информационная система ФРИ, Федеральный регистр инвалидов, где уже у каждого инвалида, который поименован в этой системе, указано и право, есть у него на парковку или нет. Потому что это право дается инвалидам первой и второй группы всем, без исключения. А вот инвалидам, которые имеют третью группу, там есть исключение, что это право на парковку имеют только те инвалиды третьей группы, которые не могут самостоятельно передвигаться. Внесенные данные появятся в реестре через 15 минут, что дает возможность занести в этот реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу. Но есть определенный временной период перехода граждан на подачу заявления. Значит, те, кто имеет знак инвалида, у них подача заявления установлена до конца этого года, и пока не будет подано соответствующее заявление, они будут пользоваться правом, как имеющий знак инвалид. На те инвалиды, у которых сегодня этого знака нет, и для того, чтобы пользоваться им парковкой, им необходимо уже в ближайшее время подать это заявление через портал госуслуг и получить соответствующее разрешение. Отмечается, что сведения, занесенные в реестр, теперь имеют силу на территории всей Российской Федерации, тогда как раньше в каждом регионе страны была своя база номеров автомобилей, имеющих льготы. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».